Мрамор это 46 или 45 килограмм мрамор. Вот толщина. Сюда, давай это, знаешь как? Теперь я тебе покажу сейчас. Ставь сюда. Вань, держи мрамор. Вот так. Вот так прилипай. Вот так прилипай, хорошо? Кому? Мне будешь прилипать. Понял. Сейчас. Отпусти, чтобы ты знал, как держать. Вань, давай, держите. Только на ноги не уронил. Осторожно. Давай. Теперь пощупайте, она холодная. Еще. Пощупай сама. Угу. Видишь, холодная. Ага. Вот смотри. Вот, пожалуйста. Сколько потом говорю, 45, да? А так, 165 держу. Вот, пожалуйста. Теперь снимите. Сейчас, подожди. Я вам сейчас держи пока так, так, держи. Пока, пусти. Я вам кушать. Давай, кучки. А как долго можете держать это все? То есть, сколько надо? Сколько? Каждая минута по 10 тысяч рублей. Котенка тоже на меня. Теперь котенку сюда хочу. Блин, где он? Вот он, вон. А. Пожалуйста. Жизнь. Гиннес, положи вон Гиннеса. Гиннес возьми. Тут аквариум. Держи, а. Держите. Что делаете? А энергию получаю. Сейчас из я космоса? Энергию даю. Да, из космоса. Сейчас ты не чувствуешь, сейчас тебе вот сейчас буду энергию давать, не чувствую. Пошло? Есть что-то. Вот теперь сейчас тебе дам. Пошло? Да. Вот такая сила. Давай, все. Котенок уже все. Отпускай. Держи заново. Середину дает. Полоса из середины. Отпускай. Все. Он даже не знает, что звезда будет скоро. На кассете. Стекло весит? Пожалуйста. Это стекло. Сколько весит? 55. Пожалуйста. Стекло вы когда научились держать? Ну, это... Не сразу. Мрамор сначала держал. Так, стекло держал. Сначала железо держал. 5 лет. 102 килограмм. Или 107 килограмм держал. Потом давай крючки и котенку посадите. Вот крючки. А, котенку посади. Тоже середину сделайте. Так. Где середина? Я не вижу. Где полоса? Снизу, походу. Держите, а? Пока держите. Держи. Тяжело держать, конечно. Держи. Сейчас. Ты мрамор держи, не стекло, а мрамор. Ну, я мрамор держу. Тяжело. Все. А, вот, все, давай. Поднимай теперь. Отпускай. Уходи. Вот, пожалуйста.